и прислушаешься. Визг тормозов, звук ключа в замочной скважине и всем известный анекдот воплощается в реальную жизнь. Жена внезапно вернулась из командировки и застала мужа с молодой любовницей. Сюжет спектакля «Ловушка для мужа» разворачивается на сцене ДК «Родина» под бурные аплодисменты. Просидели на изоляции, надо же выходить, надо развиваться, хотя бы даже смотреть на артистов вживую, что называется. Вот только ради этого пришли. На спектакль пришли несколько сотен зрителей. Несмотря на большую вместительность зала, все билеты были распроданы задолго до постановки. Билетов нет, понимаете, да. Муж сказал, а как же я? Я сказал, ну хочешь, я дома останусь. Он говорит, нет уж, дорогая, иди. Главного героя сыграл Федор Добронравов. Чтобы выпутаться из щекотливой ситуации, ему пришлось представить молодую красотку как свою русскую дочь. Мне не хочется быть персонажем анекдота, который вам хорошо известен. Это какой? Когда жена возвращается домой, а муж с любовницей, как отличный анекдот. Дурацкий анекдот! Запутавшись во лжи, он даже не мог предположить, что ему придется встретиться с настоящей матерью новоиспеченной дочурки. Ее сыграла Татьяна Васильева. Когда моя мама... Как человек в возрасте, да, когда она узнала, что я иду на спектакль с участием Федора Добронравова, она сказала, как я тебе завидую вообще, это так здорово, это так прекрасно. А мне билет подарили, вот, и поэтому это как бы вдвойне приятно. Спектакль длился около 2 часов, и все это время публика не отрывала глаз от сцены. Зрители признаются, постановка пришлась им по душе, а именитые актеры заставили смеяться до слез. Этот вечер смело можно назвать незабываемым.